Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Blade Games. Продолжаем Tomb Raider проходить, давненько не играли в него. Пора уже продолжить. А то уже реально скоро все забуду здесь. Это мне. Так, что по квестам? Найти второго пилота, да. Точно. Только я не помню, что это за пещера вообще, и что нам, куда двигаться. Ё-моё. Эти развалины еще до круганного периода. А смотреть их еще нет? Прикольно. Паломничество. Ладно. Императрица Пелика. Ох, ё. Капитан Джессоп! Капитан Джессоп! Вы живы? Зашибись! Экшон пошел. Ты доставила мне слишком много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Нормально, блядь. Это что за хрень, блядь? Ё-моё, фу! Трубцы! Давай! Ой, как поплохело-то. Что здесь происходит? Да ты не видишь, что ли? Людоеды. Фу, блядь. Вот это жесть! Охренеть! Фу-фу-фу-фу. Крысы, все дерьмо. Ох,
Я думаю, автомат здесь больше пригодится. Опаньки. Не совсем заржавело. Дробаш, да возьми ты, блядь, автомат. И еще то что ж теперь? Сейчас мы их сами найдем. Ненавижу гробницы. Опа. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика. Первая императрица Солнца. Это Яматай. Ну, конечно же, надо посмотреть, блядь. Естественно. Это действительно ты. Вернее, твои останки. Невероятно. Похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Как же вовремя, блядь, надо именно сейчас этим заниматься, а? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Вода! Черт, нет. Ну, конечно, блядь. Хороший дробовик, блядь. Блядь. Все? Тряпки. Тряпочки. Ёбаный в рот. Что это такое? Это жопа. И... А, я понял. Громко, палевно. Нормальный чит. О, лагерь хорош. И навык есть. Так. Так, 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 так.
Это хрень. Блин, нет, это что-то тут. Давай тут смотреть. Во-во-во-во. Вот это будет полезно. Так, а модификации? Лук. Полностью прокачан. Хорош. Дробовик. Блин, на него не хватает автомат. Блин. О, давай. Да зачем? Я не это хотел. Ё-моё! Тихо, 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 охереть! Опасно! Ебать! Нормальный ветерок такой. А если вниз? И пиздец. Не могу открыть. Блять, ну вот как вы меня увидели, а? Кто такие хранители? Что им нужно? Блядь! Все? Походу эти вот эти здоровые хранители, да? Угу. Ага, я понял. Чувак, даже не напугал, вот честно. Так, загадочка, да? И... Хрен. Надо, наверное, открывать. Да, блядь, возьми ты лук, сука!
Воу-воу-воу-воу. Блин, надо правильный угол найти. Ну, блять. Стой, надо закрыть. Теперь я, походу, опять открываем. Да не туда, блядь! Нихуя не понимаю, блядь. Да я не понимаю, почему он бьет в эту сторону, сука. Больше-то не с чем взаимодействовать-то, блядь. Найти выход. Да я знаю, где выход, блядь, но не в этом дело. Эта хрень, блядь, неправильно работает почему-то. Так, вот отсюда, если, да. Блять! Кто еще, блять? Ах ты сука! Нахрен ты обыскиваешь, я добить хотел. Все? Пора выбираться отсюда. Колокол подойдет. Ну, колокол-то подойдет. Ладно. А типа раньше ты не могла допереть, да, до этого?
Блять, ну натягивай, а! Ебаш! Нет, погоди. Во-во-во-во. Все. Открывай, блядь. Блядь, почему ты туда хуяришь? Я не могу понять. А-а-а, блядь, только сейчас доперло, ёба народ. Что тут две этих, блядь? Все оказывается элементарно, ладно. Ебаш! Не, ну естественно. Ебаш! Ахуе! А что делать-то, ебать? Тихо, тихо, тихо. Бля, на что тут... Да, блядь! Почему ты прижимаешься к стенке? Я тебе не хотел этого... Так, ну я не делал этого, в смысле. Беги! Охренеть! Воу! Ух! Опа! Понятно. Огненный обряд. Как в гробнице Пилика. Роб, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держу там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе.
Да, сегодня... О, лагерь. А, замес сегодня неплохой у нас выходит, неплохой. Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого увидела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки... Нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она надеется на меня. Отлично, охренеть. Да, короче, древнее племя. Нет, это не так работает, погоди. А тут чё? Охренеть. Улучшение ещё. Куда идти, хуй его знает. А, я по кругу обошел, ладно. Мышка чуть чувствительность слишком большая. Надо, наверное, убавить. Блин, а дробаш хорошая вещь, кстати, да ебать. Опа. Один патрон. О боже, пронесло. Ты здесь? Я здесь, Эми. Как ты? Что нам нужно, Лара? Помни меня. Что за чушь? Послушай, я иду за тобой. Я вытащу тебя оттуда. Обещаю. Обещаю, Сэмми. Сэмми! Сэмми! Отдайте от неё, отдайте! Ну дай мне геймплей уже, я за тебя соображу, наверное. Да, ящики попускаем, да, хорошо. А, у меня максимальная, блядь. И нахрена? Ой, тихо. А, типа я отсюда же, да? Или чё? Я чуть не пойму ни хера.
Куда идти-то, блядь? Понятно, куда идти. А ты что думал? Есть еще? Ебать. А если это рванет все? А, блядь, тут фонарь лезет, что ей надо, блядь. Откуда? Ебать. Блин, чувствительность надо убавлять. Да, почему бы сейчас это не сделать? Но зачем мне Денира с квадками нужна? Зачем, да? А хрен знает. Так, куда идти? Дальше, куда? А я думал, ты упадешь, блядь. Два охотника. Только напрямик. Ебать. Охуеть. Тихо, 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 это что-то жестко. Да блять. А я могу ей управлять, нет? Тут я что-то не помню этот момент. Могу тут, сука, тут... Да, блядь, вообще все быстро, я не успеваю ни хрена. Да. Что-то жестко.
Я нихуя не вижу. Ебать! Воу-воу-воу! А что делать там, блядь? Тихо-тихо-тихо-тихо! Охуеть! У меня других слов просто нет. Охуеть! Дальше чё? А, только сейчас тебе понадобилась аптечка, когда хрен знает, сколько ты падала, блядь. Столько раз уж такое было, блядь, и только сейчас тебе понадобилась для этого аптечка. Охренеть можно, блядь. Ебать. На борту должна быть аптечка. Сейчас найдем. Охренеть. Блядь. Теперь это все Сомали. А что второй? Абсолютно ничего. Нужно искать дальше. Ладно, посмотрим вертолет. Ну, естественно. Воняет, да. Так, там гасят кого-то. Здорово, братан! Как что-то происходит? Сомали, вытяни себя. Опять. Старика не нашли? Нет. Он крепкий чугунцы, но далеко. На помощь! Ебать! Да кто просмаливает, блядь? Не вижу! Она прячется! Хреновый я момент выбрал, конечно. Ой, хорош. Хотел выцелить его через щелку. Скотина.
А, типа сейчас так нельзя, понятно. Ладно, идем за аптечкой. Сейчас балка упадет, блядь. Нет? Ладно. Ну не может же быть, чтоб ты один тут был. Куда побежал, сучёныш? Заходим. Пусто. Не, есть что-то, смотри-ка. Прости. Ему уже все равно, поверь. И нахрена она мне нужна? Йо, я понял. Ну, в принципе, можно и так. Ой, сейчас больно будет, блядь. А хорошо, что это не показывали. Иначе наш любимый ютубчик бы заботился. Рану прижигать, это жестоко. Ух, а у меня же есть. У меня же есть лук, нахрена мне второй-то? Я понял. Рот, ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу горы. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Сука! Нормально! Ёб твою мать! Замочили, прикинь, емай!
Да кто так хуячит, блядь? Нужны патроны, братан, мне тоже нужны. Вовремя, блядь. Тихо. Меняю позицию, я тоже, чувак, меняю. Блять, перезарядка. Да сдохни, сука. Все? Вот это было уже жестко. Вот это было уже жестко. А, лагерь. Ладно, ребятки, вот тут, наверное, мы с вами и закончим. Блин, вот это было нормально. Навык, кстати, один дали. Охренеть. Так, а тут что у нас? Как вариант. Вот, блин, ну сегодня прям замес был, замес. Замес, я тебе скажу. Ой, блин, охрененно. В принципе, такая серия получилась прям мясная, мясная такая серия. Так, а у меня есть детали для чего-нибудь там это прокачать? 4 сотки, кстати. Что там по винтовке? А что ты даешь? А, вот это надо, кстати. Во. Вроде как бы все, да? 46%. Охренеть. Так, а в дробаш ничего не засунешь, тут слишком дорого. А пистолет? Бля, не хватает. Не хватает. Ну, как говорится, и ладно. Все, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии отсюда же продолжим. Вот, я думаю, блин, интересно. Прям началось мяско такое прям хорошее. Все, какие-то черти появились. Типа людоедов, хрен пойми что. Будем разбираться. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги, и всем до встречи в следующей серии, и всем пока.